Явен Бахталы, Ромалы, мира вам и добра. Мое обращение в Украину. Кто живет в Полтавской области, в Полтаве, да и вообще Украина? Ромалы, ситуация вышла такая. Когда все началось в Украине, многие его родственники, многие его знакомые, практически все, повернулись, уехали. Кто в Германию, кто куда. И остался на произвол судьбы пожилой человек, который находится в инвалидной коляске, у которого разбарабанило все ноги, который не может ходить. Он сказал: я бы с удовольствием либо уехал отсюда, либо я пошел бы заработал на этот кусок хлеба. И сейчас он мне звонит и говорит, что клянется, что он 3 дня не ел, что нету на лекарства у него, и 3 дня он не принимал пищу. Нету обезболивающего у него. Ромалы, кто в Украине? Я к вам обращаюсь. Я знаю, что есть в ваших сердцах милосердие, и я прошу, не оставьте этого человека просто так. Ведь у него получилось действительно... Ведь у него получилось действительно так, что, как в этой песне про журавлей, которые все улетели, а его оставили. Я вас убедительно прошу, не обойдите. Кто живет рядом, кто его знает, найдите его. Есть номер WhatsApp его, я могу дать и телефон, и WhatsApp. Найдите его, не обойдите его стороной. А на утро, друзья, поднялась ангелодая стая. Я остался один среди реки полей одинокий. Я кричал им во след: помогите, крылатые братья. Нету сил моих больше, нету воли и с вами подняться. Я кричал им во след: помогите, крылатые братья. Нету сил моих больше, нету воли и с вами подняться. С Новым годом, друзья, с новым счастьем я вас поздравляю. Шлю привет сдалека, шлю привет сдалека снова и снова. Но порою судьба начинает шутить и смеяться. Все друзья отойдут, и никто не поможет подняться. Но порою судьба начинает шутить и смеяться.